Вот, у нас небольшой перерыв. Рабочий перерыв. Светомира согнали с его печи. Он делает ножны. Вот еще у нас сегодня перерыв посвященный. Он посвящен двум делам. Во-первых, вопросу Артура поболтать о сталях. И не с точки зрения производителя, а с точки зрения пользователей. И у Светомира сегодня дебют по испечению хлеба. Вот. Ни в этой печке нет. Ни в этой печке, да, нигде кайдекс делается. Вот. Пахнет хорошо. Можно же начинать, да? Кушайте. Спасибо. Вот. Он еще прям такой немножко сыроватый, да, чуть-чуть, только вот он еще горячий прям. Угу. Вот. Отлично. Вот Артур спросил, какие стали нравятся нам, вот им их пользование. Я сразу могу сказать, мне, например, нравится сталь Д2. Давно, несмотря на то, что у меня очень много ножей в коллекции, я периодически их показываю, там видео, это там не одна сотня ножей. Это в складниках, да? Складники и фиксы тоже есть, но в основном складники. Но мне нравится Д2 по именно сочетанию свойств. Мне нравится достаточная резучесть, более чем достаточно. Хотя, понятно, и стали более везучие, там какие-то там, тот же PGK, который мы недавно начали применять, и много массы других сталей, там, CPM всяких и прочих. Но вот это сочетание простоты, коррозионной стойкости относительной, понятно, что она ржавеет, но при определенных условиях, если за ней грамотно следить, она нормально себя ведет. И везучести, прочности. Мне вот, я фанат Д2. Прям давно-давно и уже попользовавшись многими сталями бесповоротно. Вот. А в каких поездках у тебя были ножи с Д2? Да во многих. Всякие походы, командировки. Раньше там разные работы были. Вот. Кухня. Кухня, да. Вот. Например, вот самый любимый у меня нож от Спайдерка, да, Милитари. Вот именно самый любимый из разновидностей стали у меня CPM Д2. Вот он. Остальные CPM мне не очень понравились. А CPM D2, хотя это понятно, не такая D2 обычная, это CPM D2, но она мне понравилась больше всего. Вот. Я 690 полюбил, потому что действительно мозги стали не парят. И во всяких вот мы лагерь с вами проводили, да, детские, на островах Белого моря. Нормально она все режет, не боится она моря. То есть понятно, что любая сталь может заржаветь, в том числе 690. Которая как бы там сильно коррозионостойкая. Но все это легко решается. Ластиком решается каким-нибудь, да, там, или маслицем. Ластиком чаще всего. Подточить ее несложно, даже если она там 60 единиц, 61 единицу. Нормально точится абсолютно. Поэтому она мне нравится тоже. А так вот я почему-то люблю Д2. Ну вот если сравнивать вот эти поездки к морю по твоему опыту, Д2 и М690, собственно, действительно, был ли у Д2 той же самой стали, вроде как она ржаветь должна сильнее, был ли у нее питинг какой-нибудь серьезный? Конечно. Нет, Д2 питингует на море, если там, особенно дать нож детям, которые его тебе не сразу отдадут, и что-то там в море помоют после продукта. То есть не знают, как ухаживать? Да, не знают, как ухаживать. Конечно, будет питинг. А если ты за ним ухаживаешь? Я вот знаю, у тебя есть нож из К110? Но, да, вот это твой нож, твой кухонник. Вот, это К110, это по сути Д2. Ну, не будем там, мы сейчас говорим как обывателя, это Д2. Вот он с тобой на море, ты с ним ныряешь иногда. Хотя в этом году у тебя был 690. Да. В прошлом году вот он со мной покатался, собственно, достаточно много тяжелых работ выполнял, там и поленцы раскалывал, и мороженую курицу разбирал, поскольку все, что привозят на побережье, естественно, оно сильно заморожено. Угу. Вот. И чтобы тесты были адекватными, я его детишкам там давал в пользование. Вот. В общем, три недели нож, прошу, просто из К110, то есть из Д2, пробыл на побережье. Я постоянно контактировал с морской водой. Вы жили там на берегу, вы постоянно разделали морепродукты, которые сами добывали. Да, да, да. Там все эти ракушки наверняка там. Это вообще надо делать, нет?
Или они сами раскрываются на противне? Ну, вообще, если просто положить на противень или сварить, они раскроются. Они раскроются, ну да. Но специально никого не останавливал, все, что можно было делать этим ножом, все ему делалось. Ну, я помню, ты мне присылал фотографию, что он был спитингом. Ну, он был спитингом. Он такой есть, после постоянного купона. Он и есть. Ну, ну и что? Ну вот и что? Ну ничего. Да. Я не вижу проблем, не знаю. Я не настолько запаренный на супер идеальном внешнем виде ножа. Светомировский нож, вот, кстати, его, он с монголоидом ходит, он 690. Да, ты с ним тоже везде таскаешься, насколько я знаю. Вот, но... хорошо, вот, ничего не слышу. Ну, я понял. Вот, а так... Вот Артур говорит, расскажите про сталь. Да мы пользовались какими-то... Мы пользуемся, да. Мы пользуемся. Что о них рассказывать? Вот, вот PGK недавно начали ставить, я на нее, ну, для себя, у себя в душе делал ставку на PGK в плане резучести, она офигенно резучая, и на других производителях я пробовал PGK, хорошая резучая сталь, но ее, то есть по ощущениям, может быть, если, знаете, вот этот пресловуто резать канаты, то да, она, наверное, сделает... Да, больше резов, чем там D2, и тем более больше резов, чем 690. Хотя понятно, что нужно говорить не только о сталях, а о геометрии клинка, о термичке, обо всем. Но с таким ножом, вот я был на море в этом году, с подобным складником из PGK. Да, в кармане там побегал, попотел, что-то такое. Она ржеет, вот именно так, такой пыльцой оранжевой покрывается. D2 до такой степени себя не ведет. То есть у меня с собой еще был улучшитель из D2, травленый. И улучшитель из D2 вообще ни разу не запитинговал, хотя я им пользовался там от всякой пиццы там в кафе до что-то там на море пару раз тоже какие-то там рыбку несколько раз спарули для мангала. То есть из D2 такого не происходит. Протер и все. А разница по резу в бытовых условиях я не наблюдаю при примерно одинаково хорошей термичке. А сколько вот этот нож в практике уже? Полгода, чуть больше. Чуть больше полгода. Но он у тебя единственный, ты с ним только единственный. Что-то он. Да. Ну, а что, не буду пробовать, но пока так. Ну, попробуешь. Бусинка. Слушай, клевая бусина, откуда у тебя такая? Места показать. Ну, покажешь места? Ну, это самое. На клинке взял. А, на клинке взял. Понятно. Хороший бусин. Вот, поэтому для меня, вот, мне PGK понравилось, но для меня она D2 не победила. Вот. Тебе наверняка, если ты взял бы с собой PGK на море, ты бы там... Ну, теперь ныряюсь с M690, да, на суше, если нет прямого контакта с морской водой или продукты подсушены, то... Да. Но мы все видели кучу фоток с фугу. С рыбками. Да. Вот, фугу с M690. Вот, поэтому трудно сравнивать стали. Мы такой практикой с этими канатами и прочим не занимаемся никогда. А вот с, в общем, мое мнение такое, что на практике, в жизни, вот этот вот супер стали по канатам, они как-то очень сглаживаются. Нет, если заниматься этим как спортивной дисциплиной, вот поставить себе цель нарезать каната побольше. То да. Не знаю зачем, но нужно, вот, то да. То я вот возьму там PGK какой-то. Ну, в смысле, там, понятно, M390, более крутые стали, это все ясно. Так, в жизни я вот, например, мое такое увлечение, я люблю из этих деревяшек, достаточно твердых, там, самшитики всякие вот на севере, резать фигурки. Ну, я все время их, да, они, вот. Я для этого беру свои маленькие ножи от Victorinox с маленьким клинком, там, 420-е какие-то стали стоят. Или всякие вот эти вот Камилусы, Кейзы, которые я уже тоже показывал на видео. Там 440-я А, как правило. Только там несколько фирм, типа Квин Катлери, ставят D2 тоже. Прекрасную D2. Ну вот, на многих ножах, ну кроме нескольких производителей, которых не буду называть, на многих ножах 440-А, это даже не С, это А. Это как бы, да. Нормально она себя ведет, да, она тупится, но, блин, ее так легко точить, ну так точить легко, вообще легко. Ну, то есть, на самом деле, для жизни, для практики постоянно. Вот. Это удобнее. Поэтому я вот, как бы, у меня был период, я был помоложе, у меня был период, я тянулся к топовым сталям, мне нужно было принципиально иметь нож с топовой стали, самый дорогой этот период.
он длился там где-то 20 там, с чем-то лет. А потом, там один раз мне случайно дали на тест-нож журнала, на котором вместо там какой-то топовой стали, не помню, это же модель, но со стали АУС-8. Нормально. Вот, абсолютно нормально. И, короче, я вот так вот в жизни, не прирезких канатов, тестовый, я не вижу особенно, да, уже видно, так засадился прокордик прям. Не работал вообще. Я вижу, да, такой прям. Вот, мне вот этих вот сталей, а-ля там 440C, 154CM, N690, N695, 12C27, 19C27 шведские, там АУС-8, я не знаю, ну, из более таких резучих, там, D2, К110 и всяких там немецкие и прочие аналоги, шведские, японские. Качественный середнячок и чуть выше. Качественный середнячок чуть выше, да. Вот для меня это самый топчик, потому что они реально, по ощущениям, при хорошей термичке почти не отличаются. Отличаются, ладно, отличаются, но это все компенсируется другим. Компенсируется какой-то... Удобством обслуживания. Удобством обслуживания, да, да. Да, все правильно. Вот, потом, например, есть фирмы, очень уважаемые мной фирмы, Хлебушек классный, очень уважаемые мной фирмы, которые, в принципе, какие-то стали нормально обрабатывать не могут. Вот там, очень люблю спайдерка, но они периодически где-то косячат, особенно с CPM-ами. На мой взгляд, их CPM-ы недостаточно хороши вот в их термообработке. Там какие-то, может быть, еще. Вот. Ну и потом масса примеров, когда у тебя есть нож из какой-нибудь там, вот у меня есть ЕКО шведская, старенькая, из 12C27 стали на клинке. Это там аналог 154CM, 440C, такая. Вот эта ЭКО, она дерет многих производителей американских с более серьезными сталями. Она дерет тот же Хелли, у которого в центре центральный слой, там трехслойник ламината, стоит 19C27, это там серьезнее стали. Это 12C27, это 19C27. Она дерет этот 12C27 по полной программе, причем на нескольких хеле, то есть это было испробовано. Поэтому надо просто найти нож, который тебе нравится. И если тебе не принципиально надпись на клинке, лучше показывать друзьям. Если это не полочник, да, не для выставки. Вот-вот-вот. То мне уже вот лет 15 как... Все равно, ну, разве что только 420-ю я не люблю, ну, слишком уж она. Вот, хотя на викторинах все маленький клиночек, особенно если викторинах старого производства, не нового, сейчас они мягче стали гораздо. Вот, вполне круто и более чем достаточно. Вот, собственно. Да. Светомиру нечего спрашивать, он только у него только этот нож, чтобы 90 ему нравится, он даже не... Да из D2 что-нибудь. А я хочу, надо попробовать. Угу. Но... Это 690, я его забываю помыть регулярно. Ну вот, для забывающих помыть. Более чем нормально. Причем я у 690 почему-то заметил такую особенность, не знаю, может вы парни видели, что она после первой заточки, последующей заточки держится дольше. Может быть, там связано с там выгоранием углерода, чем-то еще. Я не буду сейчас непрофессионализм свой показывать. Вот, но... У меня такое ощущение, что первая заточка, острая заточка, держится хуже, чем... У меня... Я и точил, вот эта третья заточка, четвертая. Теперь раз я точил его, после того, как мне скоростку отнесли. А, консерв открывал, да. Тогда уже, да, он точится. Понятно. Ну, вот чек ножом консерв открываем. Ну, мне... Тебя в некоторых округах придали бы силу, что возможно, с организмом в том числе. Я варвар, конечно, да. Когда кушать хочется, то ничего не попишешь. Вот. Ну, сейчас поедем на моря, на белый, на черный, лагерь проводить детский. Я с собой беру и Дамаск, ржавеющий, нержавеющий, PGK, и D2, и N690. Ну, а я вот возьму старичка с К110 и N690. К110 и N690. И прям...
понаблюдаю. Вот. Хотя на самом деле, вот я общался с нашими друзьями, кто покупает у нас ножи, ребята, у обоих мангалой, оба в Питере живут. Вот, у них мягкая вода в Питере. И если капелька осталась, высохла, то кантиком, наверное, 690-й, кантиком по капельке будет такая, такой питинг. Они стирают. Мягкая 690-я тоже окисляет совершенно спокойно. Вот. Мне ребята пишут, ну совершенно нормально, без всяких претензий, просто в режиме обсуждения. Типа, это точно 690-я? Я говорю, это точно 690-я, 100%. Вот. Говорит, почему появился питинг? Ну, выясняется, что это коронка от капельки. Надо а там, еще в тяжелой воде испытать, что там нас ждет. Где мягкая вода, да, там N690 тоже ржавеет. Она не нержавейка абсолютно, она коррозионостойкая сталь, да. Вот, так что трудно сказать что-то о сталях там. Я ушел от каких-то топовых сталей, вот они у меня лежат в сумочке, раскладочке, в коллекции, ножички какие-то там из всяких эмов, CPM-ов. Вот. Все. Вот Артур такой, ну, по крайней мере, мой сын, я говорил, парни молчали, Кирилл ему что-то сказал. Такой наш ответ на твой вопрос. Чисто бытовой.